Тебе еще такое поле спросить, блядь, прям, блядь, охуй-то. Прикинь, все поле так пахали с тобой бы. Я, блядь, лучше 15 суток отсидеть. Да. Доброе утро всем. Снова в эфире канал «Будни тракториста» и его рубрика «Дни тракториста». Вышли на работу после двух выходных. Собственно, направляемся в Спокомаяк за УАЗиком и собирать народ. У нас снег валил вчера охрененный. Я аж пожалел, что не я работал. Вот гляжу, еще подвалило, но сейчас плюс 2 где-то температура. Он сырой, на дороге каша. Видите, моя улица как выглядит. Я вообще что-то удивлен, что Евгения, моего дружбана 150-чик, не заставили чистить. Такая каша, что это уже неуместно. Наверное, тратиться никто не хочет на солярку. Так, наверное, по прогнозу там видно, что там плюсовая температура. Ну вот сегодня там утром плюсовая, завтра уже минусовая, уже к вечеру минусовая. Опять снег. Где-то на середине недели я видел и плюс 6. Так что, если не переменится, то этот снег весь уйдет в почву, весь растает. Так что, вообще начало ноября, о зиме еще думать рано. Это первый снег, так что целесообразно то, что он растает. Вот такие вот пироги. Ну, как сегодня пахаться будет, я не знаю, вообще не представляю. Мороза нету, снег сырой, это буксовать, это, наверное, стаскивать в борозду будет. Так что тут мне очень интересно будет. Но оставить с каналом, посмотрим. На базе. Начальник поехал на бензовозе. Уралхим. Удобрение-то какое-то новое. Не Еврохим, который раньше был, новомосковский. Это какой-то Уралхим. Что-то новенькое закупили. Ну, собственно, вот так все выглядит у нас на базе. Вон на фоне летит. Он вон приехал. Все, поедем, блин. Начальник уехал на бензовозе. Сейчас воды возьмут. Тренькалачит довезу. Говорят, на день на полтора осталось пахать. Сегодня Игорек, он, Серега, 3 дня работал. У Игорька радикулит был. Так что он в курсе. Пахалось, говорит, хреново, конечно. Говорит, что потверже, борозду спрыгивает трактор. Сталкер, иди анекдот расскажи по-быстрому. А то тебя 100 лет не видно было. Загадку могу загадать. Давай. Короче, летят 2 верблюда, один рыжий, один направо. Сколько стоит килограмм асфальта, если ежику 24 года? Угадай. Виктор Николаевич. А еще смотри, вот. Выбери число от 40 до 80. Мне не говори. Ну, да. Умножь на 4. Ну. Закрой глаза. Темно? Темно. Ну, Алёха. Все, никого не забыли? Все, вроде все. А эти тракторы что стоят? Еще удобрения будут завозить, что ли? Да. Еще будет? Да. И много? Еще. Кто-то 150. А когда теперь? Неизвестно? Может, праздник, наверное. А, то есть вот скоро, да, уже? Да. Поэтому не расставлять. Понятно, понятно. Преобразовать. А, на него вон где масс. И преобразователь рядом же стоит. Да я давно говорю, туда провод на массу прикрутил. Это же масса. Кого-то она крутила вот идет. Только не знаю, постоянно ничего не будет. Да вон, блядь, кнопки. Если свободно есть кнопка в кабине. Подвел, когда заводить, нажал вместо рычага. Да. А, ну да, можешь кнопку провести, какая разница. А
Она в массе. Да ее дополнительно массу вон на мотор бы кинуть еще в массу. Таковая есть. Таковой все не будет. Если массы нет. Масса, она, в принципе, ничего нам такого. Она просто для запуска там как бы цепь замыкать, наверное. Ну да, размыкать, замыкает. Ее постоянно прикрутил провод, допустим. Ну это просто как для нашей безопасности, чтобы ты не завел. Да, снежку мы подвалил много. Начальник говорит, неизвестно, пойдет у вас еще, не пойдет. Сырой, блин. Можно катать снежки, лепить. Посмотрим, посмотрим, как она пойдет. Что-то как-то все это стекло в соломе, ё-моё, жесть. Проезжать, куда ехать. Ну, едем не через Егоровский проезд, не здесь. О, здесь до сих пор жесть. В общем, едем вдоль лощины. Нам остался самый длинный гон. То вот до суда то и пахали, вот видите, в лощине. А сейчас будет даже лощину самый длинный. Участок вдоль посадки. Ну, конец поля практически. Ну, что тут интересного? Куда эти косям понесло? Тут клочок маленький остался. Не знаю. Надо пойти за гонку резать. Ехать. А Федорюк пошел. С пробуксовкой. Но идет. Что приперли себе на этот плачок.
Что мне показывает? Туда поедем на длинный гон, что ли? А эти не будем трогать? Да. Ну я не отрежу ее. Я и там не отрежу. Я и там не отрежу. Давай, режь, ёбаный, режу. Козел брехучий. Дело. Первое дело поднять забрало. О. Следующее дело, из-за которого я, собственно, и остановился. Не знаю. Тут глянь, что есть. У меня берец не видно. Только с ружьем ходить. Зайцев отстреливать. А не по лугам стрелять за гонки. Ладно, как-нибудь поедем, Осталось-то, блядь, херня. Посадка субботна, близко. Yeah.
как-то, блин, вообще нет ни желания, ни возможности, нужно допахивать. Допахивать, ибо остается немножко, а допахать нужно. Поэтому куда-то выходить, ставить камеру я не буду сегодня. Да и, блин, высовывать, пытаться снимать из кабины тоже проблемно. Я здесь сконцентрируюсь на рулежке, порой не успеваю среагировать, бор затаскивать, а с камерой здесь тем более отвлекешься и так и будешь в бороде сидеть. В данной ситуации более-менее нормально ищет даже Сереги, который идет в борозде. Ему, по крайней мере, ловить ее не надо. Красиво, ровно. Но здесь почва такая, потому что. Давай выезжай из борозды, блядь. Ребята остановятся на обед, но я остановился на этом краю, на этом, от которой, у которого у Курска Дуги, где вот плотина Егоровская, вот этот вот, не плотин, переезд вот через этот болото, через ручей. Время без 15, так что я не знаю. В общем, я здесь встал. Может быть, ребята встанут на том краю. Возможно, обедать будем не вместе. Может, я буду обедать один. Я подотстал. Костик, вот если что-то я увижу, уже все, не вижу. Он туда пошел, в ту сторону. Поэтому я не знаю, приедут сюда или не приедут, либо они там останутся. Меня будут ждать там. Я не поеду никуда. Я останусь здесь. Так что... Контратор температуру скинет. Можно будет обедать. Итак, обедаем в одиночестве сегодня. Ну, не особо мы весело обедали в прошлые дни, когда работали с коллективом. Да, мы сейчас поедим, может, поедем. Что сидеть одному? Так, сейчас походим, глянем, что да как. Что-то воняет. Не говорит, что-то воняет мне. Прилипло, что ли, что-то. Таким... Какой-то синтетикой воняет. Жженой. Быстрее будешь закончить сезон, я не знаю. Уже все, уже вот к этому идет, то есть вот это все тянет, оттягивается, уже там конец, все это прекрасно понимают, он пахота держит, никак это не случится, что мы допашем и уйдем на каникулы.
женщина подходит к матери и говорит: женщина, дайте ребенку арбуз. Он и наистся, и напьется. Мальчик посмотрел на дядю и говорит: дядь, а ты умеешь писюн, присядку дрочить? Нет, не умею, а что? Да нет, ничего, говорит, а то, говорит, напряжешься, говорит, и наебешься. Иду домой, друзья. Погода портится, ветер сильный. Сейчас шел снег, сейчас что-то прекратился. Ну, вроде бы будет еще. Не знаю, как завтра погода. Сможем ли мы добить. У Костика грыжа вылезла. Он на базу приехал уже, все нормально. Добрался. Говорит, боялся, что грыжа, камера лопнет. Вообще-нибудь на трассе. Ну, доехал. Завтра будет ремонтироваться. Не знаю, как они там, с кем будут чинить грыжу. Взять Витю вдвоем. Не представляю себе, как... Ну, представляю, ну, трудновато. Вдвоем. Собственно, все. Увидимся завтра. Добавить особо нечего, что-то я замерз уже. Надеяться будем завтра, что добьем. Ну а там не загадывай, как погода. Ладно, пока, друзья. Добрейшего утрицу всем. 5 ноября. Забыл всех поздравить с праздниками. Всех православных с Казанской Божьей Матери поздравляю. Кстати, праздник моей деревни, куда ездил бабушки, Александровки. После Зорина туда подальше по трассе. Показывал множество раз, потому что у ихней церкви как раз Казанской Божьей Матери называется. Также у нас сегодня
Сегодня, вчера, наверное, да? Вчера 4-го был выходной день. Ну, я в России имею в виду. День народного единства. И сегодня, если не ошибаюсь, день военной разведки. Так что вот служивых тоже поздравляю. Кто разведчики. Собственно, идем на работу. Хрустит лед под ногами. Все нахрен замерзло. Вся каша, которая была. Снежная каша, вся замерзла. Тут ужасно. Так что не знаю, как хата пойдет или нет. Но замерзло, все замерзло. Так что то мы в каше пробуксовывали, а то теперь, может быть, ни хрена у нас не полезет. Приехали! Вот, кстати, подножку поправили. Она, кажется, жиденькая подножка-то. Она даже под моим весом потихоньку гнется. Ее надо усиливать, что-нибудь приваривать снизу. Уголок какой-то тоненький с двух сторон. Она подействована изменением и деформацией. Так что где-то я ее бороздит спанул, блин, она подзагнулась, подвыпрямилась. А лучше вообще сделать его на акросах. Нижняя подошка, резинка стоит, то есть чтобы здесь что-то спануть, не согнулось. На старых 150 там хорошо сделано, там нижняя подошка-то она отпрыгивает. Так. У Сереги традиция кофейку бы эту дорожку бабахнуть. Говорит, руки трясутся. Похмеляется. Мы с трезвым за руль не садимся, вы что, не знали? Мы все синие. Начальник, блин. Ну, сейчас Костян там колесо помогут сделать. Он, в принципе, сейчас починится. Ему, наверное, колесо со 150-го с другого снимут. Наверное, с красненького. А может, зелененького. Не знаю. Начальник говорит, ну что, блин, добьете? Добивать надо, говорит. Мороз, блин, на улице Герли. И он еще парашит снег. Ну, хер себе парашит, он мерзлый. Не сырой, как вчера. Косян, он говорит, сделается, есть клочок, где картошку сажали, там гитар 5. Он, а Косян туда отправить хочет? Ну, 5 гитар, блядь, это на весь день нахер. Тем более, если она хреново пашется. Сегодня проезжаем по нашей новостроенной плотине. Мимо Курской дуги. Тут, блин, даже в поле перемет такие. Дорога аж забила.
машине рукой, он мне пальцем грозит. Вот на фоне. Хороший человек. Чего? Поехали нахуй! Мы пообедали. О! Да! Пообедали? Серег приехал, сказал, что ни хера он не опахивается, так сверху выглубил, потому что земля мерзлая, трактор буксует, хата мерзлая. Сказал, говорит, что начальник звонил, сказал, что у Костяна не идет там на горохе, где картошка была, забивается, нужно ехать помахать. Так что на сегодня у нас еще есть Колым. Ладно, подойду в туалет схожу, а то я забыл. Фотографии сделал, а в туалете будет
картофелем. Корпуса, вы их видите? Как вы думаете, они могут залазить в землю и что-то пахать? На них намерзло уже все. Блять, какое извращенство, а? Кроме так бесит вот этот, блять, такие вот вещи нахуй, когда это глупо, непонятно. Вот я хуй знает, как это назвать. Это, конечно, пиздец, вообще. Просто все, чтобы спахали бы, прикатали. Все крутятся, все ложат, блядь, скирды этого гороха несмолоченного, полегшего. Начальник приехал, посмотрел. А что он скажет, блядь? Сказал как-нибудь. Я ему сказал, мне позвонил до этого. Я говорю, что прикатаем больше, чем спашем. Это, говорит, пары. Ну, пары, так пары. Как растаскивать бы, хуй знает. Серега растащит. То есть я. В культиваторе. Да. Да пахать мы сейчас запашем. Клинта осталась херня, но... Чё напашем? Ну, сядьте вот трактор, поставьте компактный. Можете, говорит, даже плуги по возможности. Хочешь отцепить, хочешь, нет. Поехали. Бля, подножку надо будет, конечно, делать. Херня. Вот здесь вот уже погнуто. Это вот на мерзлый где-то я попал в мерзлый борозду, где мерзлая была пахота уже. Потому что до этого не гнуло, а это, скорее всего, где-то вот... Вчера я, наверное, где краем по Чиселевке шел. Там вот я, наверное, зацепил ее. А видите, сделали
лестницу жестко, блядь. Спросить, блять, прям, блять, охуито. Прикинь, все поле так пахали с тобой бы. Я, блядь, лучше 15 суток отсидеть. Да. Серега говорит, я лучше 15 суток отсидел в камере бы, нахуй. Блядь, че есть-то? Он не заглубляется, да, что там, так, знаете, растащили, чуть-чуть зачернили поле. Только мне херня, и кучу наделали. Сейчас по луге отцеплять, да? Ебался на руку. О, а что он у тебя шевелится? Да, они все отрушены. А, это нормально? А, обязательно. А так он работает. Я понял. Ну ладно, чисти. Все, я почищу. Писец, блядь. Ну и постановку на хранение. Все, куда попало, напихали, короче. Я вообще заехал, черт знает куда. Ребят тоже он бросает, как попало. Собственно, это. Я где-то в помойке стою в этом году. Аккумулятор потом начинать стало когда-нибудь. Когда удобрение завозить. Оказывается, еще удобрение будем 150 тонн вроде бы брать. И я туда, да, обслужу, потому что у меня есть много таких вещей. Надо забрать, прибраться, выкинуть лишнее. Так что... как-то так. Все спонтанно, все хаотично. Вот все, это тряпочки, все убрать, перчатки убрать, забрать. Потому что... потому что, чтобы грызуны тут ничего не жрали. Аккумулятор сниму потом. Да ладно. Что, пойдемте? Домой поедем. Сумку забрал. Что еще забрать? Не знаю. Ладно. Если что, я приеду еще раз. Так что не заключительный день у нас будет. 4 часа вечера. Идет домой. Целый
баул вещей. С МАЗа забрал свою тоже сменку. Переодежка была. Ну что, сезон закончился, все. Теперь увидимся. Хотел сказать, в марте увидимся, но еще будет завоз удобрения. Будет завоз удобрения. Я лично с вами еще поеду на следующей неделе. В этом потеплении обещают. Поедем на УАЗике, я съезжу. Поставлю на хранение трактор все-таки по-нормальному. Ребята успели даже плуги сейчас цепить. Но трактора поставили там хаотично, где попало. У меня там есть какие-то дела. Нужно и намордник снять брезентовый, чтобы он в зиму не висел. Плохо цеплю. Трактора 150 часов в завозе не будут. Смысл какой, ребята, ни фаркопа не вешали, ничего. Там два дня повозят. Также три МТЗ и КАМАЗ, если что. Так что не суть важно. Ну, трактор нужно поставить. Аккумулятор я не снял, даже клеммы не отсоединил. И ребят тоже не отсоединяли, я не знаю. Когда завоз удобрения будет, тогда, может быть, они сделают. Я хочу съездить на следующей неделе. Тем более там обещают плюсовую температуру. Так что будет возможность, я доеду. Все. Сезон, по идее, закончился. 2016 года. Я замерз. Температура минус 7. Минус 7, начальник сказал. Не зря у меня все замерзало на плуге. Так что, блин, ядрень. Еле допахали. Ладно, увидимся. Увидимся на постановке трактора на зимовку. Пока.